Этот турнир включен в единый календарный план Российского футбольного союза и Минспорта России. В финальном турнире примут участие 24 сильнейшие команды страны по пляжному футболу. Общее количество участников свыше 600 человек. На турнир приедут сильнейшие футболисты планеты, среди которых игроки национальной сборной России, двукратного чемпиона мира по пляжному футболу. Это один из зрелищных и динамичных видов спорта. Все матчи проходят под музыку. Вход на турнир свободный.